Добрый вечер, команда! Добрый вечер, друзья! Просыпайтесь, поднимайтесь, покажите нам, как вы умеете хлопать, как вы умеете в чате показывать свою радость. Топать, хлопать. Как вы умеете отправлять слайдики, ой, смайлики. Приветствуем вас на онлайн-банкете, нашем праздничном банкете по итогам каталога номер 15. Ребята, каталог был настолько шикарный, что хочется сказать, чтобы следующий был еще лучше и лучше в 10 раз. А так и будет, как показывает наша статистика. Практика. Итак, озвучу результаты работы нашей команды онлайн-проекта «Карьера онлайн» за период каталога номер 15 компании Oriflame. Итак, товарооборот нашей команды составил, напомню, что все цифры у нас по России. Товарооборот составил 27 452 бонусных балла. Юху! Перевыполнили план! А в скобках вы видите результаты прошлого каталога, 14-го. В денежном соотношении эквиваленте товарооборот составляет 710 тысяч рублей. И это за 3 недели, не за месяц, обратите внимание. Wellness 2604 бонусных балла. Стартеров, то есть новичков к нам в проект за 15-й каталог пришло 187 человек. Из них 54 разместили свой первый заказ и 35 прошли первый шаг стартовой программы. Добро пожаловать в Oriflame. Благодаря акции «Проснись и пой», предоставленной компанией, 54 человека мы реактивировали. И в 15-м каталоге наша активность примерно в процентном соотношении составило 82%. Супер! Мы действительно огромные молодцы. Супер результаты. Все ждут Аню. Ани сегодня нету. В другой раз. И результаты по команде. Выплаты составили. Бонус премьер-клуба 69 665 рублей. Ребят, я аплодирую тем, кто научился делать заказы от 150 баллов и выше. Другие бонусы 10 500 рублей. Это бонусы такие, как за прохождение первого, второго, третьего шага, маленькие бонусы. Объемная скидка составила 141 120 рублей 17 копеек. И всего мы с вами заработали 221 285 рублей 17 копеек. Ребят, круто! Команда очень щедрая, с удовольствием отдает деньги. Итак, давайте посмотрим на результаты каталога номер 15, рассматривая новые уровни в нашем каталоге. Итак, за 15-й каталог у нас новых консультантов с уровнем 3%, 84 человека. Супер! С уровнем 6%, консультант 6%, 27 человек. Супер, молодцы! С первым менеджерским уровнем, менеджер 9%, 6 человек. Браво, аплодисменты! И, да, менеджер 12%, 27 человек. Круто, молодцы! И это, конечно же, не все. У нас есть два менеджера 15%. Поздравлять их будем чуть позже, озвучим фамилии. Обалдеть! Это не все. 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 А у нас еще менеджер 18%. Да! И еще у нас есть один менеджер уровня 18%. Супер! Мы это пока держим в секрете. Старший менеджер 22%. У нас Светлана Лукьянова, город Саратов. Групповой заказ составил 7933 балла. И по Украине еще 1186. В итоговая цифра 9119 баллов. Аплодисменты! И наша любимая Ольга Мальцева, мамочка троих детей из города Базарный Карабулак.
и основатель, можно сказать, нашего проекта. Групповой заказ по России 7345 баллов и по Украине 1186. В итоге 8531 балл. Аплодисменты. Поздравляем девчонок с Молодцы. такими результатами. Премия «Турборост». В Юху! 15-м каталоге у нас два получателя премии по Молодец. программе «Турборост». Это Алешина Наталья получает 1500 рублей за подтверждение уровня «Менеджер 9%». Крутышка. И И Пугачева Валентина также 1500 рублей получает премию за подтверждение уровня менеджера 9%. Супер. У нас Наталья Алешина из команды Мария Склиренко, а Пугачева Валентина из команды Катя Бондаренко. Вот, чтобы знали, откуда ноги растут. И у нас участники премьер-клуба. Их всего 72 человека с личными заказами от 150 баллов и выше. Это 72 человека на 2, практически на 25% больше, чем в 14-м каталоге. То есть процент людей, попадающих в премьер-клуб, выполняющих условия для премьер-клуба, увеличивается. И суммарно совершили заказ на 13 876 баллов. И это на 50,5% больше, чем... И неправильно Лили говорит, это 50% от суммарного группового товарооборота. вон чего. Браво, ребята, молодцы. И хотим поздравить топ-10 с личными заказами. Суммарный заказ 10 человек, который озвучим чуть дальше. 4317 бонусных баллов. И давайте посмотрим на этих людей. Обалдеть, почти 18% команда, всего 10 человек. Наш рейтинг открываем мы. Донского плюс Булавцев равно 988 баллов. Вот такие мы молодцы. Склеренко Мария 731 балл. Попова Алена 401 балл. Кожухова Елена 391 балл. Егорова Анжела 353 балла. Ух, круто, как молодцы. Алешина Наталья 332 балла. Талеева Вероника 299 баллов. Безумова Виктория 290 баллов. Еремина Ольга 269 баллов. И Лукьянова Светлана 263 балла. Йохоу, молодцы. Правда, мы крутышки? Давай ты. И подведем итоги менеджерской конференции в Анталии в 2016 году по итогам 15-го каталога. Так. По результатам 15-го каталога из всех людей, которые у нас были потенциальными участниками, осталось всего два человека, и третья, наш лидер Донского Лилия, по отдельным для нее условиям. Итого, на текущий момент у нас есть три человека, три потенциальных участника, которые в сентябре будущего года полетят в свою менеджерскую Надо дойти до конференцию. конца. А я знаю, они полетят. У нас еще три каталога впереди, которые нужно будет подтвердить тоже квалификационные все уровни. И тогда мы точно скажем, что мы летим. Я хочу с огромным удовольствием поздравить команду Татьяны Гамоля. Танюша вышла на новый уровень 6% с результатами по команде. Личный заказ 181 балл. И групповой заказ 473 балла. Аплодисменты, молодчина. И команда Татьяна Гамоля, продолжаем. Любовь Дубинская вышла на новый уровень 3% с личным заказом 157 баллов, а групповым заказом 270 баллов. Молодчина, Любовь, желаю огромных успехов и реализации своих мечт. И также из команды Татьяны Вера Щедрина прошла первый шаг стартовой программы и личный заказ составил 113 баллов. Аплодисменты. Молодцы, девчонки, так держать. Татьяна у меня получается пятая веточка.
Поэтому, да, только начинаем раскручиваться. Ребят, и сейчас мы хотим передать слово. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас в комнате Мария Склиренко. Маша мне написала в последнюю минуту, что ей вырубили свет. Тогда я сейчас представлю команду Маше. И следующий передам слово нашему новому менеджеру. Менеджер, готовься. Так, внимание на экран. Встречаем команду Маши Склиренко. Машеньку поздравляем с новым результатом. Впервые у нас Маша вышла на уровень 18%. Ура! Маша молодчина такая. Маша летала в Египет вместе с нами, с Аней Мытасовой, со мной. И видно, египетская сила на нее так подействовала, что она просто за один каталог сразу прыгнула на новый уровень. Маша, спасибо тебе огромное за такую вот динамику роста, за позитив, за уверенность, которую ты своими результатами показываешь в завтрашнем дне всей нашей команде. Молодчина! Это у нас такой самый дерзкий результат в этом каталоге. Круто! И вот Машины красотки, девочки все на слайде. Конечно, далеко не все. И мальчики. И первый шаг стартовой программы прошла Ирина Хазиева с личным заказом 123 балла. Ребята, аплодируем как себе. Второй шаг стартовой программы прошла Соломатина Кристина, 199 баллов личный заказ. И Зверева Виктория, 153 балла. Молодцы! Так держать! И глобальный результат в команде у Маши – это достижение нового уровня менеджер 15%. Вика Безумова, Вика, от чистого сердца вообще поздравляем тебя. Так рады, просто так переживали каждую секунду. Вот в момент закрытия каталога мы просто как были все время вместе. И Вика даже перевыполнила немножечко план. Вообще огромный молодец. И поправлю, не первый шаг на Анталию пройден, а уже... Ну, первый с уровнем 15%, я имею в виду. Девятый шаг Викой уже был успешно преодолен. Ребят, немножечко расскажу сейчас, потому что Вика, наверное, про это не расскажет, а я скажу. Когда она уже закрыла это звание, все, закрылся каталог, мы звонили лично поздравить ее. И мы так хохотали. Вика говорит, настолько все радовались в семье, муж, дети. Дети, говорит, прибежали, принесли мне цветы, подарили, на голову выдрузили какую-то корону, сделали. То есть вся семья была вот просто как одно единое целое и счастливо. И я вам желаю, ребят, чтобы у каждого в ваших семьях была такая поддержка и такая радость от новых достижений ваших домочадцев, так скажем. Да, Викуля сама еще выступит чуть попозже. Мы поздравляем Наталью Алешину с подтверждением уровня 9% и с получением премии по программе «Турборост». Молодец, Наташа! Премьер-клуб от 150 баллов. Это сама Мария Склиренко с личным заказом 731 балл. Наталья Алешина 332 балла. Виктория Безумова 290. Соломатина Кристина 199 баллов. Бронская Марина 186. Татьяна Терентьева 157. Ган Мария 157. Зверева Виктория 153. Ух, как приятно читать слайды. Я желаю вам добра, к нему в придачу настроение, чтобы каждый день ваш был наполнен светом вдохновения. Ребята, сейчас я передаю микрофон новому менеджеру Виктории Безумовой. Встречайте аплодисментами бурными. Вика, тебе слово. Давай с видеопотоком. Юху! Ты что не хлопаешь? Всем привет! Как нас слышно? Слышно, видно? Алло, алло! Ого! Привет, привет! Всем здравствуйте! Немножко представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Безумова Виктория. А, не видно? Не знаю. Все включено. А что может быть такое? Видео включено, у меня не знаю, что такое. Ну, значит, без видео.
Значит, спасибо большое всем за поздравления. Немножко представлю, это моя команда, с которой я выполняю вот эти все уровни, которая мне очень сильно помогает. Звук. У меня все хорошо. Вот. И сейчас я представлю вам свою команду. Давайте, Лиля, дальше. В моей команде много новичков, и новички многие уже вошли в пример. С результатом 299 баллов с лишним заказом Талиева Вероника получила скидку вау 1341 рубль. Безумова Виктория с личным заказом 290 баллов, скидку получила 1311 рублей. Юсупова Наталья 246 баллов со скидкой 1074 рубля. Талиева Светлана с личным заказом 182 балла получила скидку 785 рублей. И новичок Чупров Геннадий, это муж Талиевой Вероники, тоже пришел ей помогать, пришел в бизнес, сам попросился, и набрал 163 балла и получил скидку 775 баллов, 775 рублей. Также премьер-клуб, как всегда у нас ходит, Ольга Валей, 162 балла, со скидку получила 693 рубля. Рочева Евгения, 160 баллов, со скидкой 710 рублей. Вот Шкатов Дмитрий тоже помогает, муж Шкатовой Риммы, тоже я решила помочь. Сделал заказ на 153 балла, получил скидку 791 рубль. Римма Шкатова получила, набрала 150 баллов и скидку получила 168 рублей. И Валей Юлия, это наш новичок, это сестра Шкатовой Риммы, тоже сделала заказ на 150 баллов и получила скидку 663 рубля. Также у нас в этот раз очень много участников стартовой программы. В этот каталог у нас пришли Сергей Воробьев, Юлия Валей, Шкатов Дмитрий, Чупров Геннадий. Они все прошли первый шаг стартовой программы и получили подарки. Или получат еще с заказом подарки, если еще не получили. Второй шаг, два шага уже прошли. Воробьева Марина и Воробьева. И Марюева Марина прошла у нас три шага стартовой программы. Тоже получит уже подарок за прохождение программы. Также у нас в этот раз очень много уровней. Уровни 6%, на уровне 6% Шамшиева Нина с личным заказом 40 баллов, а с групповым товарооборотом 467 баллов. Новый уровень у Талиевой Вероники 9% с личным заказом 299 баллов и групповым товарооборотом 1114 баллов. Поздравляю с новыми достижениями. 12% это Бородина Вара, 62 балла. С групповым заказом 2133 балла. Талиева Светлана с личным заказом 182 балла и групповым 2071 балл. Шкатова Римма
с личным заказом 150 баллов и групповым 1889 баллов. Всем желаю удачи, успеха, новых побед. Всех поздравляю с закрытием каталога 15-го, с открытием 16-го каталога. И о себе что рассказать. Ну, наверное, уже знаете, работаю я учителем в школе, команда у меня... Практически все знакомые, все друг друга приглашаем, все вместе работаем. Ну, подробнее я расскажу в четверг в 19:00. Приглашаю всех. И я немножко расскажу о своей команде, о себе, и уже будет более подробно расскажу о том, как я работаю со своей командой. У меня все. Спасибо большое за внимание. А мы вас приветствуем снова. Нас слышно? Поставьте плюсики в чате. Сейчас, подожди. По-моему, нас не слышно. Слышно? Отлично. Спасибо Вике за поздравление ее команды. Отлично. Отличные результаты. Рады. Супер. Ребята, сейчас представляем команду Булавцева Михаила, менеджер 15%. Но Миша сам расскажет про свою команду, а я буду чуть-чуть дополнять. Спасибо. Итак, я рад с удовольствием, с радостью озвучу результаты работы нашей команды. И начну с итоговых цифр результатов 15-го каталога для нашей команды. Групповой заказ составил 4912 баллов. Приросли по соотношению к 14-му каталогу практически в два раза, на 92%. Супер! Такой вот, да, классный прирост у нас был. Хорошо поработали. Итак, здесь на фотографиях вы видите... Я даже не знаю, какую часть моей команды, очень малую часть, все фотографии не влезут, они будут прям маленькие-маленькие, если попытаться их вставить. Поэтому, кто не видит себя на фотографиях, извиняйте. А кто видит, ставьте смайлики в чате. Да. Итак, продолжаем. И хочу поздравить активных новичков, пришедших к нам в период 15-го каталога и совершивших свои первые заказы. И некоторые из них уже начали рекрутировать даже и строить свой бизнес с компанией Oriflame. Это Загидулина Анна с личным заказом 60 баллов, Трухина Анна 18 баллов, Загирова Лилия 27 баллов. Молодцы! Ребята, аплодируем! Азизова Айнура 68 баллов, Максимова Юлия с заказом в 3 балла, Меркулов Андрей 62 балла. Андрей с Ириной строят свой семейный бизнес с компанией Oriflame. Макаровских Юлия 83 балла. Константинова Галина 60 баллов. Намаконова Ксения 23 балла. Хуснулина Алсу 21 балл. Клочихина Татьяна 20 баллов. Попова Юлия 60 баллов. Молодцы, браво. Разницын Алексей 63. Новохатская Марина 23. Бондаренко Алена 23 балла. И закрывают список наших активных новичков: Абрамова Элла 13 баллов и Фомина Ольга 48 баллов. Супер. Вот такие вот у нас активные новички. И я хочу поздравить участников стартовой программы, которые успешно проходят свои шаги. Арстанова Сагипа с личным заказом 103 балла прошла первый шаг стартовой программы. И получила духи. Все верно. Поздравляем. Продолжим дальше. Лукаянова Лена с личным заказом в 15-м каталоге в 98 баллов. У Лены был еще в 14-м каталоге. Прошла первый шаг.
Я хочу два слова сказать про Леночку. Лена – мамочка двоих деток, вообще маленьких-маленьких, один прям грудной совсем полгодика, и Лена начала строить бизнес. В этом каталоге мы запланировали уже такие мощные цели. Ленуська молодчина так держать. Итак, мы продолжаем. У нас еще много очень поздравлений. Нугаева Наиля прошла первый шаг стартовой программы. Исаев Андрей с заказом 102 балла прошел первый шаг стартовой программы. Васянина Татьяна в последний день, буквально в последний час действия... Последние минуты. Да, действия каталога номер 15 набрала заказ на 102 балла. И прошла первый шаг стартовой программы. Нилова Ольга, 100 баллов. И Бугина Наталья с личным заказом 102 балла прошла первый шаг стартовой программы. И теперь вторые шаги. Это Ковшарова Елена, 111 баллов. Активно работает, активно совершает заказы. Второй шаг пройден. И сразу к третьим. Кубарева Ольга, 133 балла, прошла третий шаг. И Разницына Наталья с результатом 101 балл прошла третий шаг. И я хочу поздравить девчонок, Кубареву Ольгу и Разницыну Наташу. Им осталось совершить последний, заключительный шаг, четвертый. И в следующем каталоге они уже смогут заказать себе соковыжималку всего за 299 рублей по акции, которые пришли в 13-м каталоге. Круто. Я прям два слова скажу про Наташу. Наташа живет рядом, ну, в пригороде города Пермь. Тоже мамочка двоих малышей, таких хулиганчиков. И Наташа строит бизнес. Что мне очень нравится, она активно работает с командой, даже с теми людьми, которых мы приглашаем. Она их сразу организует такую дружную команду, общается. И Наташа, с Наташей работает муж Евгений. То есть такая поддержка идет просто колоссально. Он так... ну, просто позитивно поддерживает ее, так вдохновляет, что я уверена, что Наташа очень быстро станет у нас, ну, как минимум, золотым директором, потому что в команде есть два серьезных партнера уже. Так держает Наташа. Да, ее супруга Евгения вы видели чуть раньше, мы его поздравляли в числе активных новичков. Итак, продолжаем дальше. И хочу... поздравить, отметить людей из своей команды, которые, как и мы, заботимся о своей красоте, здоровье вместе с продукцией Wellness. Вы видите список людей, всего 12 человек, которые суммарно набрали 651 балл продукции Wellness. Круто, молодцы. Отлично, идем дальше. Поздравляем участников премьер-клуба, людей, которые активно, размещают заказы. Активно размещают заказы и получают все бонусы, все скидки от компании Oriflame. И начнем с лидера Кожуховой Елены с личным заказом 391 балл. Молодец. Я раскрою секрет Елены. Она купила для себя набор Novage. Ей очень все понравилось, она, естественно, его порекомендовала друзьям, подругам, и сразу же в этом же каталоге у нее совершили еще один набор, совершили заказ, да, один набор Novage. Вот такие классный вот классные набор. Результаты. Я сама начала пользоваться, и у меня уже 3 человека заказали. Но вы ее не узнаете уже. Да, это я. Продолжаем дальше. Бахаева Екатерина с личным заказом 223 балла входит у нас в премьер-клуб. Наташа, Катюша у нас очень позитивная девочка. У нее тоже есть маленький малыш, 2-летний сыночек. Катюша, я тебе желаю огромного успеха, потому что ты, это такое редкостное качество, что человек настолько в позитиве, настолько радуется чужим успехам, вдохновляется другим результатом. Так держать, Катюшка. У тебя все получится, абсолютно все. И мы идем дальше. Орлова Ксения с личным заказом 198 баллов у нас также входит в премьер-клуб. И... это еще не поздравление? Нет, это еще не поздравление. Поздравления еще будут дальше. А Бальмасова Оля с заказом 191 балл входит в премьер-клуб. Скачкова Марина с заказом 175 баллов.
Браво, молодцы, ребята, аплодисменты. Григорьева Оксана, 160 баллов, личный заказ. Юху, Оксаночка, чуть-чуть до девяточки осталось. Хатинова Айдана, 159 баллов, личный заказ. Супер, красотка. И замыкает у нас Нугаев Марат с личным заказом 155 баллов. Молодец, Марат, мы тобой гордимся. Ну, себя я не стал ставить. Итак, поздравляем наших участников, наших партнеров с новыми, уровнями. Итак, консультант 3%. Таких у нас первых уровней, первых званий 5 человек, которые достигли своей первой ступеньки и звания консультант 3%. Молодцы! Консультант 6%. И здесь мы видим уже 13 человек. И Разницыну Наталью с личным заказом 101 балл и групповым 451 балл. Наташа поставила цель 6%, и она ее добилась четко. Поздравляем. Идем дальше. Менеджер 9%. Первая менеджерская ступенька. И тут у нас 4 человека. И Скачкова Марина. Ура, Мариночка, поздравляю. Личный Супер. Заказ у Марины 175 баллов и групповые 906 баллов. Расскажу маленькую историю. Мы с Мариной познакомились в социальной сети «Друг вокруг». И она как-то, ну, сразу, мне очень понравилось, но сразу не включилась в работу. Я ей позвонила в последний день закрытия каталога и говорю: «Марин, если ты сейчас не сделаешь заказ, то в следующем каталоге тебя терминируют, а под тобой уже команда начала формироваться, ты уже на 3%. Это было не в прошлом каталоге, это Нет, было, это было да, не в прошлом каталоге. Лиля не сказала. Да, и представляете, она сделала заказ маленький и опять пропала. А потом прошло буквально 2 каталога, она позвонила и говорит: «Все, я сделала компьютер, я теперь могу работать». И сразу начала, как говорится, ринулась в бой, пригласила свою родственницу в команду, собрала огромный заказ, и в этом каталоге уже вышла на уровень 9%. Молодец, Марин, так держать. И самое главное, у нее тоже 2 маленьких деток. Как-то у нас так в команде прям. И мы подобрались к самому интересному. Новые уровни менеджер 12%. Ту-ту-ту-ту. И посмотрите на число новых менеджеров. 22 человека. Отказ. И Орлова Ксения. Менеджер 12% с личным заказом 198 баллов и групповым 1802 балла. Круто, молодец. Поздравляем, Ксюша. Ксюшу. Отличный результат. Двигаемся дальше и уже в текущем каталоге. Поставили будет... цель 15%. Цель очень хорошая, дерзкая, реальная абсолютно. Надо просто делать. И это еще тоже не все. У нас есть еще один менеджер 12%. Нугаев Марат. С личным заказом 155 баллов и групповым 1933 балла. Ребят, настанет момент, когда Марат проведет нам семинар и расскажет, как он работает. Потому что Марат работает исключительно по теплому рынку. И он просто в наш дом принес столько радости, столько, я не знаю, как это сказать. Я думал, Лиля скажет, настанет момент, когда Марат к нам переедет. Потому что он каждый день, практически каждый день, да, приводит к нам своих друзей, своих новичков, своих уже партнеров на общение с нами, на знакомство. Марат очень крутой чувак. Ребят, просите, он, по-моему, Марат здесь в комнате, я видела его, просите, чтобы он нам выступил, рассказал о своих результатах. Марат, давайте на бис. Потому что это очень здорово. Мы учим вас работать онлайн. Марат сказал, мне онлайн неинтересно. И пошел в поля. Молодец, Марат. Итак, на этом поздравление моей команды закончено. Всем желаю успехов. Двигаемся только вперед. Отличное сейчас, отличное время, отличные результаты. И... Да все супер, Миш. Только улучшаем их. Да, еще лучше и лучше, чтобы было с каждым днем. Так, ребята, кто у нас будет озвучивать? Дальше у нас Олеся Бахмутова здесь. Так много людей, даже не знаю, как найти.
Поставьте хоть плюсик в чате. Не вижу Нет, Олесю. Так, кто будет от команды Анны Бубновой выступать? Признавайтесь. Поднимайте руку. Кому даем микрофон? Загружая слайды команды Бубновой Ани. Лес рук. Так, что молчим? Кому? Катюш Бондаренко, тебе даю слово. Давай, включай. Будет тебя слышно, надеюсь. Тогда тебе. Давай, будешь за всех в ответе. Нажимай везде «Разрешить». Ребята, мы встречаем команду Анны Бубновой аплодисментами, а Катю поддерживаем тоже, потому что ей не так часто приходится выступать. Так, есть сигнал? Ребят, меня слышно? Поставьте от 1 до 10, как меня слышно, хорошо? Ага, ну, там чуть-чуть. Хорошо. Итак, я представляю нашу успешную команду Анны Бубновой. И прежде всего хотела бы рассказать об активных постоянных покупателях. Это Григорьева Наталья, 161 балл, менеджер 9%. Гертей Анна, 150 баллов, менеджер 9%. Бубнова Анна, лич 303 балла. Леонид Наталья, 200 баллов. И, конечно же, Бондаренко Екатерина, 217 баллов. И дальше. Как слышно, ребят? Поставьте плюсики, слышно? Есть, да? Ребят, Катюш очень сильно фонит, поэтому мы микрофончик у тебя забрали. Будем сами озвучивать. Хорошо? Активные постоянные покупатели. Мамченкова Анастасия, 88 баллов. Стремоухова Елена, 182. Пугачева Валентина, 163 балла. Менеджер 9%. И Котова Юлия, 155 баллов. Личный заказ. Молодцы. Активные покупатели. Закирова Василя, 153 балла. Бредихина Маргарита, 166 баллов. Жердева Катя, 36. И Коробова Зинаида, 98. Зуева Евгения, 159. И Женечка у нас подтвердила уровень 12%, то есть немножечко падала, вернула свой уровень, и, надеюсь, в этом каталоге будет еще лучший результат. Йорина Наталья, 151 балл, Якупова Оксана, 68, и Баринова Людмила, 70 баллов. Молодцы, аплодисменты. Ай ты. Продолжаем дальше. Андреева Анастасия, 208 баллов. Лучший новичок в каталоге номер 15. А Мангалиева Ольга с личным заказом 255 баллов. И Бондаренко Екатерина с заказом 217 баллов. Я так понимаю, они все в коронах, значит, это такие самые крупные заказы. Анна Комоцкая, команда Беларуси, с личным заказом в 250 баллов. Лучший новичок и сразу с таким большим заказом входят в... Золотой премьер-клуб. Супер, вообще молодцы. Аплодисменты. И вот список активных постоянных покупателей. Ребят, озвучивать не буду. Кто видит здесь себя или своих людей, ставьте смайлики в чате. Да, их очень много, 27 человек. И у многих даже очень даже крупные заказы. Молодцы. Каждый находит здесь свою выгоду. И... Уровень 3%. Впервые в истории. Поздравляем Никанорову Наталью с личным заказом 97 баллов. Стремоухова Елена 182. Коробова Зинаида личный заказ 98. А по команде очень большой, почти 6%. Уровень 3% продолжается. Андреева Анастасия с заказом 208 баллов. Александр Петрик с личным заказом 45 и групповым 295. И Анна Комоцкая, тоже Беларусь, 250 баллов. Молодцы, крутышки. Так приятно видеть. И новый уровень. Такой желанный, планируемый. Я знаю, что девочки планировали этот результат. Наталья Левинца, 471 групповой балл. Наташа молодец.
Наташа очень активна и сама активно размещает заказы, и в команде тоже у нее активные партнеры. И огромный список участников премьер-клуба от 150 баллов и выше. Ребят, кто видит себя на слайдах, ставьте смайлики, радуйтесь, потому что вы молодцы. Вы получаете все преимущества не только потребителя, но и активного партнера компании Oriflame. Ой, чуть не туда нажала. Так, и... Прошли первый шаг стартовой программы. Кузнецова Анна, Гапонова Юлия и Никанорова Наталья. Браво! Молодцы, девочки! Продолжаем с первым шагом стартовой программы. Иванова Анна и Федоров Сергей. Супер! У нас даже мужчин очень много стало. Это радует. И второй шаг стартовой программы прошли Аня Комоцкая, Надыршина Нелли и Кутелия Юлия. Аплодисменты вам, умнички! На пути к успеху, успех – это не столько то, что мы имеем, сколько то, кем мы становимся в результате. Вот такие золотые слова. Так, а мы продолжаем дальше, ребят, аплодисменты. Приветствуем следующую команду. Следующая команда Алены Поповой. Так, Алена сама... Не вижу Алены. Так, значит, я буду озвучивать. Я вам еще не надоела? У нас менеджеры все мамочки, многие просто в это время не смогли присутствовать. У Аленки возрождение команды идет. Как говорится, если лидер уходит, уходит, да, и многие партнеры. Аленка сейчас сама серьезно взялась за работу. И очень хороший результат. Вернулись много партнеров в команду. Пришли много активных новичков. Это радует. Я знаю, что Алена поставила классную цель на этот каталог. Уровень минимум 15%. И мы поздравляем Попову Наталью, консультанта 3%, с личным заказом 168 баллов, а с командой 318. То есть это хороший такой фундамент уже для роста. В этом каталоге будет новый результат. Мы продолжаем. Новый уровень 3%. Шевченко Валерия пришла в проект и на четвертый день уже совершила свой личный заказ на 150 баллов. Получила в подарок Giordani Gold Essenza, парфюмерную водичку, и сразу же вошла в премьер-клуб. Очень круто, молодец. И новый уровень 3%. Крачкова Алена, она мамочка в декрете. Дочке Настеньке 7 месяцев всего. Личный заказ 45 баллов, а групповой 363. Очень хороший результат, молодец. И поздравляем с прохождением первого шага стартовой программы. Попова Наталья, мы уже видели эту целеустремленную девушку, заказом 168 баллов, активно обучается. Шевченко Валерия с личным заказом 150 баллов, тоже видели уже. Никогда не сдается, активная и позитивная. Безбородова Анастасия. Настенька, поздравляю тебя, потому что с Настей много лично общаюсь. Личный заказ 103 балла. Настя у нас фитнес-тренер. И просто позитивная, очаровательная девушка. Нигамаева Юля с личным заказом 73 балла. Она у нас прошла... По той программе «Мед и молоко». Да. Подарок. Очень активно и с первого дня успешно рекрутирует. Молодец, Юлечка, молодчина. Меркурьева Юлия. Личный заказ 8 баллов. С первых дней обучения зарегистрировала сразу 2 новичка в команду. И очень ярко проявляется. И нам пишет, часто задают хорошие вопросы по бизнесу. И поздравляем участников премьер-клуба. Попова Алена с заказом 401 балл, Бессонова Елена 150, Васин Владимир 152, Жилина Людмила 154, Шевченко Валерия 150 и Попова Наталья 168 баллов. Такие вот активные у Поповой Алены партнеры, консультанты. Супер. Так, а это все. И следующая команда, Олеси Бахматовой, Светланы Гагариной. Встречайте! Очень красивая команда, дружная.
Так, пока уровень 18%, в этом каталоге планируем 22%. Встречается красоток. И конкретно команда Аллы Корниловой, уровень 9%. Те, кто увидят себя, ставьте смайлики, восклицательные знаки. Активные рекрутеры, то есть это люди, которые ищут партнеров в команду, из команды Светланы Гагариной. Особенно активный рекрутер – это Леночка Резвинская. Сейчас, мы, надеюсь, про нее будет здесь слайд. Так, и спонсор Екатерина Ососкова. Поздравляем! Значит, новый уровень в команде. Соколова Ирина – 3%. Чеснокова Елена – 3%. Улитин Павел и Плюшкевичус Любовь. Спонсор Наталья Лямина. Новые уровни 3% у всех. Ой, молодцы. И поздравляем на новый уровень 3%. И с прохождением первого шага стартовой программы Линейцева Галина. Линейцева Галина у нас совершила заказ на 168 Круто. Баллов. Сразу же убила двух зайцев одним выстрелом, да. И получила парфюмированную водичку Giordani Gold Essenza. Молодец. Галочка, про нее видела в чате, писали. И новый уровень 6% Светлана Хмелева. Аплодисменты тоже, мамочка, видим, с малышом на руках. Умничка, Света. Разместили свой первый заказ. Григорова Людмила, 27 баллов. Ряплова Юлия, 29 баллов. Меркурьева Юлия, 8 баллов. И Колтая Дарья, 10 баллов. Супер. И Королева. Королева у нас. Королева Wellness. Елена Резвинская, 249 баллов. Личный заказ. И Алена Попова, 401 балл. Личный заказ. Я знаю, что Алена ставила себе цель сделать 400 баллов. Она эту цель сделала. Молодец. И ключевые партнеры Светланы Гагариной. Приветствуем. Соскову Екатерина, Галина Брюханова и Елена Резвинская. Молодцы. Так, и суперпартнеры. Команда Екатерины Осоцковой. Ребята, аплодируем. Мельник Кирилл, Рощектаева Надежда, Марцинкевич Надежда и Линейцева Галина. Команда Галины Брюхановой. Егорова Анжела, Афанасьева Ольга, Кравченко Роман активно работают. И участники премьер-клуба, целых 19 партнеров. Ребят, многих уже поздравили на слайдах. Кто себя видит, смайлики в чате. А мы все вам аплодируем, поздравляем с хорошими результатами. Ого, ого. И пожелания от команды. Я просто, наверное, мы просто успеха хотим пожелать. Пусть будет он с вами всегда и везде. И даже когда просто будете спать, успех пусть участвует в вашей судьбе. Вот такие вот классные пожелания. Ребят, мы всех поздравили. Напишите в чате, честно. Никого не забыли? Если кого-то вдруг пропустили, значит, да, вопросы к спонсорам. Предъявы всех спонсорам. И просто хотим вам от души сказать огромное спасибо за вклад. Потому что каждый из вас, вы видели на слайдах, кто-то делает совсем маленькие заказы, а кто-то делает большие. Ребят, на самом деле, каждый из вас своим вот маленьким вкладом делает шаг к своему успеху и помогает другим тоже достигать успеха. Больше всего, что я люблю в этом бизнесе, то, что здесь мы все с вами связаны. Чем больше зарабатывают наши партнеры, тем больше зарабатываем мы. И если вы эту суть прочувствовали уже на себе, если вы уже видите, что в ваших командах появились люди, которые зарабатывают, у которых есть результаты, у кого получается рекрутировать людей из своей команды, это очень здорово, очень круто. Мы вам хотим пожелать, чтобы этот каталог номер 16, он такой предновогодний, уже пахнет мандаринами, да? Уже кое-кто украшает квартиры по-новогоднему, ставят елки, даже такое сегодня я видела.
Я хочу вам пожелать, чтобы вот в преддверии Нового года вы настолько вот у вас был подъем вот сильный в командах, в душе, во всех поступках, чтобы вы вот этот год, знаете, как завершили на коне. И чтобы вот эта энергия, которую вы накопите к концу года, чтобы она дала вам очень много уверенности и страсти для того, чтобы запланировать следующий год таким, чтобы он так прошел, как вы мечтаете, чтобы осуществились все-все-все ваши мечты и желания, чтобы в вашу команду пришли классные люди, классные, сильные, такие страстные, которые хотят зарабатывать и которым будет интересна реализация именно вот в нашем проекте. Добавь, Миш. После длинных слов такое ощущение, как будто у нас завтра Новый год. Ура! Бьют салюты. Но я хочу пожелать рвения, терпения, работаем дальше и достигаем новых результатов, новых высот. За вас никто это не сделает. Да, чисто по-мужски Миша сказал, как отрезал. Ребят, успехов всем, еще раз вам аплодируем. Молодцы такие, классные, так радостно видеть, сколько много людей сегодня пришли на праздник. Че? Продолжай. Сбил меня. Спасибо, друзья, за то, что пришли. Рады всех приветствовать, рады всех поздравлять. И в следующем каталоге, в 17-м, когда мы будем поздравлять по итогам работы 16-го каталога, поздравлений новых уровней будет еще больше и больше. Это гарантированно. Да, сотни раз. А сейчас мы вам ставим классное видео. Обалденное. Какое? Вот это? Банкет. Конечно же, банкет. Ваша первая цель, ваше первое место, где вы очутитесь, достигнув, закрыв звание директора компании Oriflame. Ваш первый чек в $1000, ваш первый вызов на сцену и знакомство с руководством компании Oriflame. Спасибо всем, до новых встреч, пока! Пока! Пойдет видео? Поставьте знаки восклицательные. Пошло.